Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Я сердечно поздравляю всех вас с Пасхой, светлым Христовым воскресением. Господь вновь даровал нам счастье встретить праздников праздник и торжество из торжеств. Совершенно особая радость охватывает человеческое сердце в пасхальную ночь. Это не случайно, ведь воскресший Господь обратился к ученикам со словами «Не бойтесь, радуйтесь». И сегодня Бог открывает себя верующему сердцу, подавая радость и утешение даже в таких ситуациях, когда кажется, что утешения быть не может. Пасхальная радость – это радость о том, что смерти нет, что жизнь человека имеет высший смысл и продолжается в вечности. Именно на Пасху мы яснее всего понимаем, что Господь всегда с нами, несмотря на все наши грехи и немощи. Его рука протянута к нам – и Он ждет только одного, чтобы мы обратились к Нему и решились за Ним последовать. Бог ради нашего спасения воспринял человеческое естество, разделил с нами все возможные в земной жизни скорби и страдания, клевету и поношение, боль и болезни, предательство близких, одиночество и даже горькое чувство богооставленности. Он принял до крайности мучительную и позорную казнь на кресте. Но мы должны знать и помнить всегда, что все это Он взял на Себя и перенес добровольно, по Своей безмерной любви, ради спасения Своего творения человека. Пусть в нашем сердце всегда живет память о том, какой ценой мы искуплены, как мы дороги Богу и как Он нас любит. И пусть всегда пребывает в нем радость, о победе Христа над смертью, о том, что всем нам дан бесценный дар вечной жизни. Я искренне желаю всем обрести самое большое счастье, полноту веры. В душе любого человека живет жажда истины, любви и совершенства. И найти все это можно только в Евангелии, только у Господа. Наш Бог есть любовь, свидетельствуют апостолы. Именно любовь, глубокое внутреннее родство в Боге является тайной будущего века, блаженной вечности. Но мы призваны научиться этому еще здесь, в своей обычной повседневной жизни, в наших добрых отношениях со всеми людьми, ближними и дальними. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью», — говорит апостол, потому что в каждом человеке живет образ Божий. Поэтому будем стараться, чтобы внимательное отношение к своей душе и поступкам, молитва и участие в таинствах Церкви в нашей жизни сочетались с делами любви и милосердия. Еще и еще раз поздравляю вас с Пасхой Господней, самым долгожданным и неповторимым торжеством жизни. От души желаю всем мира, счастья, здоровья, светлой сердечной радости, утешения и укрепления. Пусть наша жизнь всегда будет озарена светом воскресшего Христа Спасителя. Воистину воскресе Господь!